Тогда злоумышленник смог уйти от преследования, раскрыть дело по горячим следам не удалось. Через несколько месяцев он решился на кражу. Мужчина подделал записи о передаче денег, упаковал в рюкзак 7,5 миллионов рублей и скрылся. Его объявили в федеральный розыск. Поиски шли 3 года. Оказалось, что после побега бывший инкассатор порвал все связи с родственниками и друзьями. Несколько раз он менял места проживания, пока не поселился в одном из районов Ставропольского края. Суда задержанный будет ожидать, находясь под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.